Ставрополье заняло второе место по воду жилья в Северокавказском федеральном округе и 18 место в общероссийском рейтинге. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на заседании Координационного совета по обеспечению экономической устойчивости региона в условиях санкций. За 9 месяцев край выполнил годовой план по этому показателю на 103%. С начала 2023 года ввели в эксплуатацию более 1 200 000 квадратных метров жилья. Владимиров отметил, что строительная отрасль остается одним из флагманов региона. В Невинномысске капитально отремонтировали 14-ю школу. В учреждении провели отделочные работы в помещениях, обновили коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном министерстве образования. Также закупили компьютеры, гарнитуру и мебель. Работы провели по программе модернизации школьных систем образования и госпрограмме развития образования. В Буденновском округе завершился ремонт 7-километрового участка трассы Орловка-Виноградный-Доброжеланный. На отрезке обновили покрытие проезжей части, укрепили обочины, установили знаки и нанесли свежую разметку, сообщили в региональном Миндоре. Ремонт провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В селе Тищинском возводят врачебную амбулаторию. В здании разместятся кабинеты терапевта и фельдшера, акушера, лаборатория, прививочная и процедурная комнаты, сообщили в региональном Минздраве. Прилегающую к медучреждению территорию благоустроят. Работы проводят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.